Авиабомбу, из-за которой в субботу эвакуировали 3000 человек в Белгороде, уничтожили на полигоне. Кадры опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным СМИ, обнаруженный снаряд – это авиабомба ФАБ-500. Уничтожена авиабомба, обнаруженная в Белгороде. Ее вывезли за город и обезвредили на полигоне. Уничтожение взрывоопасного предмета произведено, написал в своем телеграм-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он также опубликовал видеоролик, на котором показан взрыв боеприпаса. Ранее в субботу саперы нашли еще один снаряд на месте падения авиабомбы с российского истребителя в центре Белгорода в четверг. Второй боеприпас находился в 250 метрах, прямо у фундамента жилого дома. Сообщается, что при падении он сначала врезался в здание, снес три балкона и ушел глубоко под землю. Были эвакуированы 17 многоэтажных домов в радиусе 200 метров от снаряда. Это более 3000 человек. После того, как неразорвавшуюся бомбу вывезли, они вернулись в свои квартиры. Как сообщает известие, «Известия» и телеграм-канал «База», обнаруженный снаряд – это авиабомба ФАБ-500. О том, почему она не взорвалась, говорит военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Либо она была без взрывателя, такое теоретически возможно, ну, либо она была с неисправным взрывателем. Такое тоже, в общем, может быть. Либо произошло просто какое-то стечение обстоятельств совершенно удачное, потому что бомба задела несколько балконов, то есть она три балкона как минимум повредила. Она ударилась, получается, об дом, об балконы, ударилась об землю, ушла на глубину около 5 метров, и потом, когда ее начали откапывать, она провалилась еще дальше, потому что там воды пошли грунтовые, в общем, и она ушла на 7 метров в глубину. И все это время она не взорвалась. Потом, вероятно, с ней поработали саперы. Вероятно. Почему вероятно? Потому что на тех фотографиях, которые есть, бомба без взрывателя уже. Либо уже, либо она и была без взрывателя, и тогда все становится понятно, почему она не взорвалась. Каким образом она упала, вот это вопрос к Министерству обороны и к воздушно-космическим силам Российской Федерации. Потому что получается, что две бомбы непроизвольно, или как там в официальных сообщениях сказано, упали. Одна взорвалась, вторая не взорвалась. Бомбы, судя по всему, не знаю, как там насчет первой бомбы, которая взорвалась. Вторая бомба, судя по всему, это ФАБ-500. Бомба фугасная, авиабомба 500, модель М-62, это 1962 года разработки. То есть бомба может быть и свежая, но форм-фактор, ее внешний вид, скажем так, соответствует стандартам 62 года. Была ли эта бомба просто сама по себе бомба, или, как говорят некоторые эксперты, что это была бомба с дополнительными крыльями планирующие. Крылья не раскрылись, поэтому она не улетела, но такой вероятность тоже есть. Сказать сложно, потому что пока никаких осколков, остатков вот этих крыльев, не раскрывшихся, либо раскрывшихся, обнаружено не было. Соответственно, как бы 50 на 50. То есть это либо обычная ФАБ-500 М-62, либо это ФАБ-500 М-62, переделанная вот в управляемый планирующий боеприпас. Дмитрий Корнев, военный эксперт, основатель портала Military Russia. По данным военкоров, точно такая же бомба массой полтонны взорвалась в центре Белгорода 20 апреля. Там осталась 20-метровая воронка.